Еще раз хочу поприветствовать каждого из вас. Очень рад видеть вас, если вы у нас в гостях первый раз или второй раз, или, может быть, регулярно посещаете. Мы рады, что вы с нами. Если мы с вами не знакомы, меня зовут Василий, я один из пасторов церкви «Благая весть», и мы рады, что вы с нами сегодня. Сегодня день, когда мы исследуем свое сердце, испытываем свое сердце и фокусируемся на том, что произошло на Голгофе, что произошло на кресте, заместительная жертва Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть текст Священного Писания, который поможет нам вместе с вами, каждому из нас, исследовать свое сердце. И начну сегодняшнюю проповедь с короткой иллюстрации. Вот такая выдуманная история, я думаю, что она выдуманная, но я ее прочитал, и она, мне кажется, очень иллюстрирует одну проблему. Тема сегодняшней проповеди – «Как найти время для Бога?». Знаете, мы все заняты, мы все имеем очень много чего происходит в жизни, и мы все кивнем головой и скажем, да-да-да, вся моя жизнь принадлежит Богу, и вообще все время принадлежит Богу, и да-да-да, читать Писание надо, и да-да-да, молиться постоянно, пребывать в посте, в молитве, но я как служитель твердо знаю, что у каждого человека, сидящего здесь, с этим иногда бывает трудность. Я не прав? У каждого человека с этим бывает трудность. Так вот, история, которую я хотел бы с вами поделиться, возможно, она немножко резанет слух, но она иллюстрирует хороший пойнт. Представьте себе, что враг Бога, дьявол, собирает свою армию, которая воюет против нас с вами в духовной войне. И он собирает свою армию, своих генералов, и они проводят стратегическую сессию. Как же нас с вами сбить с толка? Как нас с вами увести от Бога? Как нас с вами, как нам нужно навредить для того, чтобы мы перестали быть следователями Иисуса Христа? И вот один генерал, возможно, говорит, ну, давайте скажем людям, что Бога нет. Нет, дьявол говорит... Итак, все знают, что Бог есть, эта стратегия не сработает. Другой генерал, возможно, предлагает, давайте скажем им, что все-таки Бог есть, но мы им скажем, что нет рая, нет ада, это все выдумки, и только жизнь на этой земле важна. Дьявол говорит, нет, потому что люди и так понимают, что есть смысл, кроме этой физической жизни. Что-то есть больше, есть более глубокий смысл нашего существования. И внутри люди понимают, что есть Бог, есть влечение к Всевышнему, и что есть жизнь после смерти на этой земле. Третий генерал говорит, у меня есть идея, давайте мы скажем, что есть Бог, что есть рай, что есть ад, и мы просто им скажем, еще не время, и можно чуть-чуть подождать. Именно эта стратегия, друзья, наводит сегодня нам больше всех проблем. Больше всего проблем создается не из-за того, что многие в глубине отрицают Бога, или, может быть, в том, что я не верю в то, что происходит после смерти, но мы на внутреннем, подсознательном, может быть, уровне понимаем, что да, Бог есть, да, есть жизнь в вечности после смерти, но у меня еще есть время, я не должен именно сегодня принимать решение по этому вопросу. И армия дьявола воюет в этой духовной войне против нас с вами. Друзья, об этом нам реально нужно думать и размышлять, особенно когда мы приходим к столу, когда мы участвуем в вечере, в хлебопреломлении и испытываем свое сердце. И если мы до конца честны с собой, то мы признаем то, что в нашей жизни есть вещи, которые постоянно нас тянут и отвлекают от Бога, которые находят какую-то извилину попасть в наше дневное расписание. Мы знаем, что нужно проводить время с Богом. Мы знаем, что нужно читать Писание. Мы знаем, что нужно молиться. Но есть домашние задания, есть имейлы, есть звонки, есть домашние какие-то дела. И мы говорим себе, обманываем себя,
Да-да-да, я это сделаю. Но как только я закончу уроки, работу, домашние дела, как только кризис на работе пройдет, как только бизнес поставлю на ноги, как только дети подрастут, как только финансовая ситуация улучшится, как только что-то произойдет, вот тогда я смогу больше и больше посвящать время Богу. Друзья, как пастор, я могу вам сказать, что я вижу многих людей, у которых жизнь просто протекает мимо, откладывая вещи на потом. И мы теряем с вами возможности прославить Его именно в тех обстоятельствах сегодня, в которых Он позволил нам быть. И есть хороший пример в Священном Писании, который иллюстрирует эту проблему. Она не новая для нас с вами. Эта проблема существовала испокон веков. И в Новом Завете мы видим хороший пример этой проблемы. Поэтому давайте откроем Священное Писание на Деяния апостолов, или как мне больше нравится думать о книге Деяния, это Деяния Духа Святого через апостолов. 24 глава с 24 по 27 стих. Деяния 24 с 24 по 27 стих. Я буду читать новый русский перевод. «Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой иудеянкой по имени Друзила и послал за Павлом, чтобы послушать о его вере в Иисуса Христа. Павел говорил о праведности, о воздержании и будущем суде. Феликса это испугало, и он сказал: «Довольно на сегодня, ступай, но при случае я тебя позову». Он также надеялся, что Павел предложит ему взятку, и поэтому часто приказывал привести его и беседовал с ним. Прошло 2 года. И Феликс сменил Порций Фест. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Павла в темнице. Друзья, что здесь происходит? Немного контекста. Мы видим, что апостола Павла арестовывают в Иерусалиме. Его арестовывают в Иерусалиме за то, что он проповедует Евангелие. И есть, мы видим это из Деяния 23 глава 25 стих. И есть определенная группа евреев, которые пытаются убить Иисуса Христа. Они преследуют его. Они посвятили себя этому. Некоторые из них говорят: да мы есть не будем, пока этого не произойдет. Кстати, через 2 года их не было видно. У меня вопрос, что с ними произошло. Возможно, они действительно не ели все это время, болели, может быть, отошли в вечность. Но мы видим, что Павел после этого говорил, что как бы тех, которые его обвиняли, они отсутствовали там вот на последующих разборках, на последующих делах. Но они настолько посвятили себя этому, что они сделали это целью своей жизни. И римский командир, скажем, отряда на современном языке, видя эту обстановку, он дает солдатов, 200 человек, отправляет апостола Павла в Кесарию, губернатору, которого зовут Феликс. Так вот, кто же этот Феликс? Что это за губернатор? Мы знаем как из Священного Писания, так и из дополнительных исторических источников, то, что Феликс был раньше рабом, он был раб, и он многого добился в жизни. Он преследовал хорошие цели, он добился того, что его назначили губернатором, главным, ответственным большой территории. И когда он пришел в Иудею, Феликсу понравилось красавица, принцесса, которую звали Друзила. Тот факт, что она была замужем в то время, его не остановило, и он, грубо говоря, увел эту жену от одного из царей и взял ее к себе в жены. Она была третьей женой у него. И вот апостол Павел находится именно у него в заключении, под его стражей, под его контролем. И он держит Павла в этой тюрьме. Такая, знаете, тюрьма легкого режима. То есть и друзьям можно посещать, но все-таки под присмотром и не свободен, чтобы уйти. И они ждут Анания, первосвященника, который должен прийти и представить эти обвинения. Павел действительно слышит эти обвинения,
Первосвященник приходит через 5 дней, они представляют все эти обвинения, Павел защищается, но тем не менее Феликс держит Павла в этой тюрьме 2 года. Вот что происходит в этой истории. Друзья, армия дьявола, его генералы работают здесь, в Феликсе. Феликс очень хорошо знаком с путем, с этим движением, с этой новой верой, новой религией, которая с его точки зрения образовалась вот совершенно недавно. На самом деле мы видим, что это Иисус Христос, это христианство, которое только родилось. И мы видим, что верующие в Иисуса Христа, это были верующие в путь с большой буквы. Да? И он знал этот путь, он знал, во что они верят, почему они верят, какие ключевые принципы. Ментально, интеллектуально он все это понимал. И мы знаем, что он это понимал из 24 главы 22 стиха Деяний. Что здесь написано? «Феликс, который был довольно хорошо знаком с путем, прервал слушание. Я вынесу решение по вашему вопросу, когда придет командир полка Лисий», — сказал он. Подумайте об этом. Идеальная возможность послушать апостола Павла, возможность, которая, возможно, у него была один раз в жизни на какой-то период времени. И он знает Евангелие, он интеллектуально его понимает, он понимает, во что они верят. И вот прекрасная возможность самому апостолу Павлу задать вопросы, получить ответы на духовные вопросы и услышать проповедь Евангелия от апостола Павла. И Павел использовал эту возможность для проповеди. Он использовал ее, но эта проповедь, она стала слишком дискомфортной, слишком личной для Феликса. И вместо того, чтобы отреагировать на нее точно так же, как стражник в Филиппах, который сказал, что мне нужно сделать, чтобы спастись, что мне нужно сделать для того, чтобы принять это, он реагирует совершенно по-другому. Мы видим в 25 стихе его ответ. Смотрите, Павел проповедует, 25 стих. Павел говорил о праведности, о воздержании и будущем суде. Феликса это испугало, у него явно происходит реакция на то, что он слышит. Есть определенные обличения, которые Дух Святой приводит в его сердце. Он реагирует на то, что он слышит. Но он говорит, вместо того, что мне сделать, он говорит, хватит. При случае я тебя позову. Один из периодов говорит, когда будет время, мы еще поговорим. Мы поговорим позже, потом, когда мне будет удобно. Как-нибудь обсудим этот вопрос. Он теряет эту возможность отреагировать на проповедь благой вести от апостола Павла. Потом, когда будет время, когда будет возможность. Но, друзья, его возможность была прямо у него перед носом, прямо в тот момент. И мы видим то, как реагирует Феликс, и находим его реакцию в какой-то степени в нас с вами, друзья. Занятые расписания, много давления извне, много давления из общества, давление со школ, с работ, от государства, неважно откуда, но оно происходит. И мы вместо того, чтобы использовать эту возможность и реагировать на то, что Бог говорит нам в тот самый момент, мы говорим потом, когда я с делами раскручусь. Потом, когда что-то изменится, потом, когда ситуация станет немножко лучше, когда у меня будет возможность. Поэтому, друзья, вопрос каждому из нас сегодня, так как же нам найти время для Бога в сегодняшнем мире, в котором мы живем? Что нам нужно с вами делать для того, чтобы не оказаться в позиции Феликса, а найти себя больше отождествленным с апостолом Павлом, который использовал эту возможность для времени с Богом и проповеди Евангелия? Как нам жить с вами таким образом, чтобы действительно вся наша жизнь принадлежала Богу, все наше время принадлежало Богу, а не только ли маленькая часть
в воскресенье на полтора часа служения или там дополнительный час, полтора-два домашней группы, которую вы посещаете, надеюсь, по домам. Три вещи, которые мы можем видеть из этого примера, которому мы можем учиться, что мы можем сделать для того, чтобы найти время для Бога в нашей жизни. Первое, друзья, это использовать возможность, которая у нас есть именно на данный момент. И мы поговорим о каждой из этих трех сейчас более детально. Второе, разобраться с грехом в своей жизни. И третье, установить правильные приоритеты. Использовать возможность, которую Бог позволил произойти нам с вами именно в тот момент. Второе, разобраться со своим грехом в жизни. И разобраться, это не значит исправить его своими силами, но признать его, исповедовать его и воспользоваться силой Духа Святого, который меняет наши сердца и искореняет грех в нашей жизни. И установить правильные приоритеты, принципы, по которым мы с вами живем. Так что же, как это прилагается к апостолу Павлу и к Феликсу из того, что мы видим? Давайте мы возьмем эти три вещи и посмотрим реакцию апостола Павла, что он делал по этим трем пунктам, и давайте мы посмотрим на реакцию Феликса, как он использовал или не использовал эти три вещи. Есть положительный пример, есть отрицательный пример. Так вот, первое, использовать возможность, которую Бог дает нам с вами именно сегодня и сейчас. Друзья, мы должны научиться видеть то, что есть перед нами. То, что Бог дает сегодня и сейчас перед нами. И часто мы просто откладывая на потом, и это откладывание, это медление, это procrastination, не знаю, как на русском ее сказать, медлительность, спасибо. Вот, хорошо, когда переводчик сидит на третьем ряду, четвертом, да? Вот, здорово. Эта медлительность, она крадет у нас, украдывает, забирает возможность духовного роста, друзья. Возможность дать Духу Святому проработать в нас через эту ситуацию. Интересно, я смотрел некоторую статистику. Я был немножко удивлен. Вы знаете, сколько времени средний американец смотрит телевизор в день? Как вы думаете? 20 минут? 2 часа? Час? Друзья, 3 часа в день. Средний американец в Соединенных Штатах смотрит 3 часа в день телевизор. 3. Но это меня не поразило. Знаете, что меня поразило? Что евангельские христиане в среднем смотрят телевизор больше, чем 3 часа в день. Я в шоке. Я не знаю, как это возможно. Но оказывается, верующие телевизор смотрят больше, чем неверующие. И вопрос не в том, что телевизор можно смотреть или нельзя смотреть. Вопрос в том, что если вы посчитаете, сколько это времени, если вам лет 75, и вы по 3 часа в день смотрите, это около, если я не ошибаюсь, около 6 лет. Друзья, покажите человека, который в 75 лет сел бы и сказал, как хорошо, что я 6 лет 24 часа в сутки смотрел телевизор. Какая пустая трата времени. Друзья, я смотрю телевизор. Вопрос, услышьте меня, вопрос не в том, что его нельзя смотреть. Вопрос в том, в чем мы заполняем свое время. Что мы даем врагу украсть из нашей жизни, потому что мы заполняем это время. Друзья, представьте себе Мартина Лютера, который, если бы в то время был телевизор, он бы сидел на диване и сказал, вот мне писать 95 этих тезисов, или, может быть, включу какой-нибудь там шоу на телевизоре. Я подозреваю, что не факт, что он бы их написал. Чем мы заполняем время? Мы видим, что Павел и Феликс, они используют по-разному те возможности, которые Бог дает им. Практически ситуация очень-очень-очень похожа. Павел, он использовал эту возможность и правильно использовал свое время для того, чтобы Бог производил в нем духовную работу в сердце. И из-за этого он тоже возрастал духовно.
Представьте себе, апостол Павел, которого обвинили, лживо обвинили, и вот он стоит перед человеком, перед губернатором, который может его или отпустить, это, наверное, Дух Святой звонил, да? Я не знаю. А если есть что сказать, то скажите, да. Но, то есть он стоит перед человеком, который может его отпустить, и человек, который может его убить. Павел стоит перед этим губернатором, он все решается этим человеком, и Павел решает фокусировать свое время не на защите своего дела. Да, он это делает, но это не является основным проведением его времени. Когда он находится в тюрьме, он проповедует Евангелие. Он действует по тому, к чему Бог его призвал. К чему же Бог его призвал? 1 Коринфянам 9:23. Все это я делаю ради радостной вести, ради благой вести, ради Евангелия, чтобы и мне получить благословение. Друзья, я постоянно вижу отказ от служения, отказ от общения, отказ от посещения церкви, отказ от какой-то жертвенности, потому что я сейчас вот это. Друзья, мы видим, что апостол Павел был в тюрьме. И вместо того, чтобы работать над защитой своего дела, вместо того, чтобы снять с себя эти обвинения, мы чуть позже увидим, что он не просто проповедует Евангелие, он еще проповедует Евангелие таким образом, что Феликс, он возмущен, он испуган. Это не, знаете, не такое мягенькое, бархатное Евангелие. Ну вот почувствуйте, хорошо, Бог вас всех любит, все будет здорово, отлично, просто помолитесь, и все будет отлично. Нет, говорит к нему сердце, потому что Павел инвестирует свою жизнь ради Евангелия. И когда он проповедует это Евангелие, он не смягчает его. Оно режет иногда. Он мог бы сказать: не хочу обидеть этого губернатора. От него зависит, меня отпустят отсюда или нет. Я просто поделюсь несколько вдохновляющими такими историями с ним. Вот он что-то прочувствует, может быть, меня отпустят на свободу. Но Павел Феликсу и Друзиле не дает какую-то вдохновительную историю. Он говорит о своей вере, о своих убеждениях. И он не говорит им: не переживайте о своих грехах. Иисус любит вас такими, как вы есть, меняться не нужно, все будет хорошо. Да, Иисус любит тебя, но силой Духа Святого каждый из нас призван изменяться в подобие Иисуса Христа. И апостол Павел говорит о трех вещах, он проповедует о трех вещах. Он говорит о праведности, он говорит о воздержании, и он говорит о том, что будет суд, что Иисус вернется, и что эта жизнь – это не все то, что есть на этой земле, друзья. Он не просто эмоционально говорит ему, он говорит к их интеллекту. Друзья, Евангелие должно заставлять людей думать. Как часто вы видите человека, который эмоционально отреагировал и вышел, помолился, а потом в жизни его нет плода, потому что это были эмоции, а эмоции прошли, оно не дошло сюда, и все, человек просто вернулся опять раньше, как был. Эмоции – это хорошо, Господь создал нас с эмоциями, они должны иметь место в нашей вере и в нашей каждодневной жизни, но Евангелие должно достучаться до нашего с вами интеллекта. Кстати, тема проповеди апостола Павла – это не просто была хорошая идея апостола Павла, это была работа Духа Святого. Еще раз, он говорит о каких вещах? Он говорит о праведности, он говорит о воздержании и о будущем суде. Вы знаете эти три вещи, где еще упомянулись? Когда Иисус Христос обещает ученикам о том, что придет Утешитель, о том, что придет Дух Святой. Посмотрите, что написано Иоанна 16 глава 8 стих. Когда Он придет, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде.
Вот о чем Дух Святой будет обличать, говорить, когда Он придет. А Он уже пришел, Он с нами, друзья, Он в каждом человеке, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя и как своего Господина. И апостол Павел проповедует именно об этих вещах, о которых Дух Святой будет говорить. Павел проповедует о том, что Иисус обещал своим ученикам, Дух Святой будет проповедовать. И он говорит о праведности. Говорит о праведности Бога, об идеальном, идеальном состоянии Бога, о Его святости, о Его праведности и о том, что Бог ожидает эту праведность от нас. Но мы не можем Ему эту праведность дать, потому что мы грешные люди. И теперь праведность Иисуса Христа – это то, в чем мы нуждаемся. И праведность Иисуса Христа покрывает нас. И теперь мы можем быть в присутствии святого Бога, потому что праведность Иисуса Христа была вменима нам. Он говорит о том, что каждый из нас нуждается в Спасителе. Он говорит о воздержании. Друзья, он говорит о воздержании человеку, который увел жену у другого царя, который был рабом, который имеет связи в Римской империи и которого назначили губернатором. О каком воздержании идет речь? Он говорит о его грехах. Он говорит о том, что ему, ну, в чем ему нужно покаяться. Человек, который виновен в прелюбодеянии, в алчности. Титу 2 глава, 11-12 стих. «Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво». Он говорит о Божьей благодати, друзья. В тюрьме, обличая человека, от которого зависит, его казнят или отпустят. Апостол Павел не терял эту возможность для того, чтобы прославить Бога. И он говорил о правосудии. Он говорил о том, что будет суд. Почему? Деяния 17 глава 31 стих. «Он назначил день, когда он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых». Он говорит об Иисусе Христе, что будет суд. И уже был человек с большой буквы, который будет судьей. Вот почему это все about Jesus, все про Иисуса Христа. Павел использовал любую возможность для провозглашения Евангелия, даже когда он был в тюрьме, и даже когда это значило, что он будет иметь меньше времени для защиты самого себя любимого. Что же делал Феликс? Феликс игнорировал те обстоятельства, в которых он был, для того, чтобы духовно возрасти, измениться или принять какую-то истину. Вот Феликс, который разговаривает с апостолом Павлом, идеальнейшая возможность отреагировать на то, что он слышит, на провозглашение Евангелия. Но он говорит, потом, когда будет время, когда мне будет более удобно, когда будет возможность. Он теряет эту возможность. Друзья, ему страшно. И нормальная защитная реакция, когда тебе страшно или больно, это куда-то спрятаться, куда-то уйти, что-то не делать. Но когда в твоем теле есть боль, когда у тебя болит что-то, голова болит, например, там, или как в теле какая-то болячка, о чем говорит эта боль? Что она говорит? Что-то не так. У тебя что-то в организме не так работает. Тебе больно, потому что твой организм тебе говорит, что-то там сломано, что-то там функционирует не так. И если мы просто будем глушить эту боль и игнорировать ее, проблема никогда не излечится, проблема никогда не уйдет, друзья. Нам нужно узнать, что же это за проблема, и исправить ее. Иногда это операции, если речь идет о теле, иногда какие-то дополнительные там изменения в стиле жизни и так далее. Но если ты продолжаешь игнорировать эти симптомы, этот красный флаг, оно не приведет к добру.
Это все равно, что в машине у тебя выскакивает check engine light, и ты его просто игнорируешь, Да, но машина не встанет сразу, может быть, не через месяц, но рано или поздно в ней что-то сломается, потому что в ней что-то функционирует не так. Друзья, каждую неделю, каждый день нам с вами дается возможность, opportunity, обстоятельства для духовного роста, для реакции на Евангелие. Вопрос, как мы на нее реагируем? Как Феликс или как Павел? У нас есть возможность поставить свой будильник на 10-15 минут раньше каждый день. Встать и почитать Слово Божье. Или мы можем поспать и пропустить эту возможность. У нас есть возможность почитать какую-то книгу, которая открывает, может быть, какой-то текст Священного Писания, какой-то комментарий, что-то назидательное для себя. Или у нас есть возможность посмотреть просто развлекающее шоу на телевизоре. У нас есть возможность привести в порядок свои финансы и настроить эти дела и быть тем управляющим, который Бог хочет, чтобы мы были с материальными вещами в нашей жизни. Или мы можем эти финансы потратить на американскую мечту. Чем больше дом, чем лучше машина, чем больше денег в банке, там, я не знаю. Друзья, это вещи не греховные, но является ли это целью в твоей жизни? У тебя есть возможность встречаться и общаться и назидаться с другими верующими людьми в воскресенье, среди недели в домашних группах, на каких-то разборах, друзья. Ты можешь это сделать, у тебя есть эта opportunity, или ты можешь заниматься менее важными вещами. Мы видим, что Павел использует эти возможности, Феликс их игнорирует. Что делаешь ты, дорогой друг? Что делаешь ты, когда тебе каждый день даются эти возможности? Используешь ли ты их во славу Божью? Так, первое, мы должны использовать возможности. Следующих два пункта, они будут очень короткие, друзья, потому что они очень тесно сплетены с первым. Второе, для того, чтобы найти время для Бога, нам нужно разобраться в своем грехе. В своем грехе. И это трудная тема. Это неприятно. Это ковыряться в своем сердце, друзья. Но если мы игнорируем свой грех, он просто не уходит. Он как рак разрастается, друзья. Это нехорошая вещь. И апостол Павел говорит и свидетельствует о том, что он в себе разбирается. 24 глава, 16 стих. «Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть была всегда чиста пред Богом и пред людьми». Друзья, я не знаю, у меня так не получается. Может быть, у кого-то из вас получается, но я не могу сказать, что моя совесть абсолютно всегда чиста пред Богом и пред людьми. Это тоже время, когда мы должны испытывать свое сердце, в чем-то каяться, друзья, что-то поддавать Богу. Апостол Павел говорит, он к этому стремится. Для того, чтобы найти время для Бога, друзья, грех – это то, что забирает нас от Бога, отдаляет нас от Бога. Нам необходимо приносить это и отдавать это Ему. И часть чистой совести – это покаяние, это исповедь своего греха. Это покаяние пред Богом, возможно и исповедь кому-то из вашей окружающей среды, друзья. Но это то, что дает нам чистую совесть пред Богом и пред людьми. Почему мы говорим здесь о чистой совести? Друзья, я знаю, что в бывшем Советском Союзе дать взятку не считалось грехом. Правда или нет? Это как бы просто тип жизни. Апостол Павел то же самое мог сказать. Ребята, Римская империя, коррупция есть. Здесь раб, который стал губернатором, он явно хочет взятку. Он меня постоянно приглашает, может быть, намекает. Писание говорит нам о том, что он хотел взятку. Здесь нет никаких сомнений. Вопрос, почему Бог через Духа Святого написал эти слова о взятке? Почему важно было для меня и для тебя знать о том, что Феликс хотел взятку и поэтому общался с апостолом Павлом, а апостол Павел эту взятку не давал и проповедовал Евангелие?
Потому что апостол Павел не шел на компромисс. Апостол Павел хотел иметь чистую совесть пред Богом и перед людьми. Он мог оттуда выйти, и он бы себе это объяснил. И это, может быть, даже звучало очень набожно и духовно. Не, ну подождите, мне же нужно еще в Рим попасть, мне же нужно в Испанию пойти проповедовать Евангелие. Это ж сколько людей спасется. Да я ему дам немножко сейчас, отсчитаю, и все будет в порядке, друзья. Все будет ради славы Божьей. Система так построена. Коррупция. Все так делают. Но он был честным человеком, который стремился к тому, чтобы иметь чистую совесть пред Богом и перед людьми. Друзья, если мы не разбираемся со своим грехом и исповедуем его, каемся в нем, то нам трудно будет увидеть возможности для духовного роста, которые Бог дает нам каждый день. Это будет барьером для тебя и для меня. Феликс отказывался разобраться со своим грехом. Он знал много о христианстве, он знал много о том, что значит путь, он собирал много денег, он был раб, который из ничего стал всем, большая власть, много всего того, что у него хотелось, третья жена, красавица, принцесса, у него было все, что мир сегодня мог бы считать просто идеальным успехом. Посмотреть на него — это просто история успеха человека. Он живет своей жизнью, как будто это все, что есть в истории существования. Только сейчас, не принимая во внимание вечность. Но Павел говорит: стоп, тебе воздержание нужно. А еще будет суд. И тебя будут судить за то, как ты принимаешь решение здесь. Феликс отказывается разобраться со своим грехом. Он отказывается от того, что Павел говорит ему, и он упускает возможность отреагировать на Евангелие. И, друзья, да, страшно копаться в своих грехах, да, страшно их исповедовать, да, страшно признавать их друг другу, но вопрос каждому из нас сегодня: что более страшно? Исповедовать свой грех сегодня и через покаяние, через исповедь получить Божье прощение и Божью благодать по отношению к этому греху? Или дождаться тогда, когда судья будет судить каждого из нас за эти грехи? Что нам будет более неудобно и более страшно? Друзья, если мы сегодня приносим свой грех Господу, и в покаянии мы отдаем Ему, Он благ, Он милостив, Он прощает, и Его благодати хватает, чтобы покрыть нас с вами. Луки, 5 глава, 32 стих, Он говорит: «Я пришел призвать к покаянию не праведников, а кого? Грешников». Он для этого пришел, друзья. Для того, чтобы найти время для Бога, мы должны использовать те возможности, которые Он дает нам каждый день. И второе, мы должны разобраться с тем грехом, который служит барьером для нас в нашей жизни. Третье, для того, чтобы найти время для Бога, мы должны установить правильные приоритеты в жизни. Друзья, опять обратите внимание на контраст между Павлом и Феликсом. Павел поставил правильные приоритеты в жизни. Он поставил приоритеты. Его приоритет, он явен, даже когда он в тюрьме. Все, что делает Павел, он делает для того, чтобы прославить Бога и инвестировать свою жизнь в царство, инвестировать свою жизнь в провозглашение Евангелия. Посмотрите, что он говорит в Деяния, 20 глава, 24 стих. «Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом Иисусом служение». Какое служение? Свидетельствовать радостную весть о благодати Божьей. Друзья, у апостола Павла наверняка было искушение это все положить пока на полку и разобраться с тем положением, которое у него есть. Ну, давай этой парочке не будем так сильно в лоб бить об их грехе, не будем говорить о покаянии, расскажем им такое мягкое, бархатное Евангелие. Не надо о праведности, не надо о воздержании, не надо о суде. Просто скажем, что у нас свои разные понимания, мы никому ничего не сделали, отпусти меня и все. Но приоритет в жизни Павла и приоритет, который должен быть у нас с вами в жизни, друзья, это прежде всего искать царство. Искать царство
искать Его праведности, провозглашать Его Евангелие. И принципиальность, и приоритетность Павла в результате привела его в том, что он 2 года в этой тюрьме был. 2 года. Бог не отпустил его по каким-то причинам. Значит, так надо было. Он не вознаградил Павла тем, что он его выпустил, двери открылись. Друзья, но что есть несколько лет в тюрьме по сравнению с вечностью со Христом? Живем ли мы с вами сегодня в нашей жизни в свете Евангелия, в свете вечности, чтобы услышать добрый и верный раб? Феликс, просто success, просто успех, как ни посмотреть. Каждый человек стремится к этому, достиг всего из ничего, и да, он действительно успешен через глаза мира, но в глазах Бога это был человек, который жил для себя. Он жил для себя, для своих стандартов. Если евреи восстали, надо их подавить. Если человек сидит в тюрьме, даст мне взятку, виноват или не виноват, не важно, мы можем его отпустить. Все-таки политическая моя карьера важна больше, чем невиновность какого-то человека. Друзья, я уверен, что никто из вас не является таким жестким, как Феликс. Но я знаю, что у многих христиан, у нас с вами есть искушение погнаться за американской мечтой. Погнаться за просто собиранием вещей, которые истлеют. И жизнь просто хорошей, комфортной жизнью, которая приводит к тому, что когда-нибудь я уйду на пенсию. И вот я уйду на пенсию, и я смогу жить только для себя. Служения не будет, деньги есть, работать не надо. В удовольствие, с внуками чуть-чуть поиграться, для себя любимого. Друзья, я в заключении хочу процитировать не священное писание, но цитату, которую Шекспир написал в одном из своих трудов. И он говорит, там человек, который цитирует, это говорит, я перевожу, говорит, для того, чтобы успокоить умирающего человека, я ему сказал, чтобы он не думал про Бога. Я надеялся, что еще нет необходимости ему нагружаться такими мыслями. Друзья, вот многие из нас живут по этому принципу. Я надеюсь, что мне пока еще до этого не дошло, чтобы разбираться с Богом в своих грехах, в своем отсутствии праведности, в то, как я провожу время. Вот когда к смерти приду, быстренько покаюсь, Бог милостив, Он простит, и все будет хорошо. Но Божий путь совершенно другой. 2 Коринфянам 6 глава, 2 стих. Он говорит, день сейчас пришел. Ведь он говорит, благоприятное время я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Говорю вам, что именно сейчас, сегодня, прямо сейчас, благоприятное время, и сегодня день спасения. Дорогой друг, если в твоих отношениях с Богом сегодня нет мира, у тебя есть возможность их восстановить. Не откладывай, как это делал Феликс, на более благоприятное время. Отдай это Богу сегодня. И не просто не участвуй в вечере, а наладь время с отношениями, отношения с Богом. Наладь отношения друг с другом. Исповедуй свой грех пред Богом, пред человеком, пред тому, к чему тебя Бог призывает сегодня. Потому что именно сегодня Бог дает тебе и мне возможность духовно возрасти, слыша Его Слово, и отреагировать на это Слово и на эту возможность таким образом, как Бог призывает нас сегодня. Может быть, для кого-то это разобраться с грехом, может быть, для кого-то это использовать каждую возможность в своей жизни, может быть, для кого-то это расставить правильно приоритеты в своей жизни. Друзья, давайте мы все коллективно не будем как Феликс, а будем стремиться к тому, к чему стремился апостол Павел, и прославить Господа абсолютно всем, что мы делаем в нашей жизни.
Аминь. Аминь.